Очень отличная новость. В России обустроили ферму по выращиванию пищевых сверчков. Понимаете? 21 век. В сверчковой муке содержится до 70 грамм белка в 100 граммах продукции. В курице до 27, в говядине до 21. Кроме того, в сверчковой муке содержится железо в 1,5-2 раза больше, чем в говяжьей печени. Кроме того, содержится магний, кальций, микро-макроэлементы, незаменимые аминокислоты. На данном этапе мы с ассоциацией, которая занимается помощью для людей, больных сахарным диабетом, разрабатываем линейку продукции для данных категорий людей. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что, как вы правильно заметили, она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население как быдло, рабов, стада, а себя как абсолютных господ, которые, скажем так, должны управлять этим быдлом исключительно для себя.